Добрый день, меня зовут Кристина, и в этот солнечный, замечательный день я хочу вашему вниманию представить потрясающий дом, который расположился в ближайшем Подмосковье, всего в часе езды от центра столицы. Здесь есть все для вашего комфортного проживания, а чтобы в этом убедиться, я предлагаю вам увидеть все своими глазами. Мы находимся в поселке Кукшево. Данный коттеджный поселок расположен в 21 километре по Киевскому шоссе и в 17 километрах по Калужскому шоссе. Данное место расположено в уникальной зоне. Здесь расположился реликтово-черноольховый лес, который внесен в реестр. Нереально чистый воздух и красивая природа не оставят равнодушным никого. Мы находимся на территории земельного участка, который имеет общую площадь 3000 квадратных метров, на которых расположены большой функциональный дом, который выполнен в классическом стиле. Облицовка выполнена из клинкерного кирпича, который был специально привезен из Германии. Дом имеет общую площадь 360 квадратных метров, два жилых этажа, цокольный этаж и плюс как бонус мансардный этаж, с которого открывается шикарный вид на лес и озеро. Гараж. Минимум на 2 машина места и квартира для персонала общей площадью 67 квадратных метров с отдельным входом. Изюминкой данного участка является баня. Настоящая русская баня, которая выполнена из лиственницы 26 мм в классическом традиционном стиле. А это домик барбекю. Мы находимся в домике барбекю. Как видите, он выполнен в классическом стиле, белая гостиная. За время съемок очень полюбившееся мне место. Здесь чувствуешь себя уверенно, расслабленно, раскрепощенно и в безопасности. Домик капитальной застройки. Сзади и сбоку от меня кирпичные стены. Деревянные балки с деревянным наполнением. И панорамное остекление. Летом их можно сдвинуть, и получается открытая летняя беседка. Также в белой гостиной теплый пол. Посмотрите, здесь есть и печь, и плита, и духовка. Здесь просто приятно находиться и принимать гостей. Настоящая русская баня. Она выполнена под ключ и уже полностью готова к использованию. Пойдемте, я покажу вам ее изнутри. Это топочная. Здесь сделана система воздухоотвода. А это чердачная часть, на которой предусмотрено хранение банных принадлежностей, трав и веников. Это комната отдыха. Вся мебель была выполнена на заказ. А благодаря обработке американской пропиткой, дерево сохраняет декоративный вид. Это уникальная баня. Печь сделана мастерами из Союза печников России. Два контура из шамотного кирпича обеспечивают нагрев за 3 часа и очень долгое время остывания. Ее преимущество в том, что кислород не выжигается, а печь не обжигает. Здесь расположилась зона помывочной и санузла. А это английская теплица, которая разделена на две части и имеет функцию автоматического открывания фрамуг. В теплице установлены газовые амортизаторы. Когда тепло, газ расширяется и фрамуги автоматически открываются. Ну и, собственно говоря, зона огорода, где вы всегда можете выращивать домашние вкусные овощи.
Это территория геопластики участка с подпорными стенами. Сюда поставлено порядка 50 КАМАЗов земли из теплиц под Селигером. Тут все растет. А на территории сада растут более 8 видов яблонь и других плодородных деревьев. Сейчас я нахожусь на липовой аллее. Просто обожаю липу. Этот аромат, он непревзойденный. И давайте обратим внимание на этот солидный забор, которым огражден участок. Он состоит из фундамента, кирпичных столбов и заполнен профилем, имитирующим натуральное дерево. А это место было специально создано для вашего релакса. Возвращаясь домой после тяжелого трудового дня, на секундочку остановиться, насладиться закатом и дышать свежим воздухом. А это колодец. Он состоит из 7 колец, а скважина уходит в глубину на 92 метра. На участке организован автополив, 12 точек и емкость 4 куба. Американская хантеровская автоматика, с помощью которой можно программировать дни и время полива. Также на участке установлен мощный септик – биосептик ЛОС – локальное очистное сооружение, рассчитанное на 10 человек постоянного проживания. По всему участку проложены дорожки из натурального камня и сделано освещение. Мы находимся внутри дома. Дом полностью подготовлен под чистовую отделку. Будущие собственники смогут реализовать в данном проекте все свои самые сокровенные желания и фантазии для комфортного проживания. А это камин. Стеклянный трехсторонний камин, который по проекту должен был располагаться слева от меня. Находясь в любой части гостиной, вы можете наблюдать огонь. Архитектура дома выполнена таким образом, что на данном этаже всегда много дневного света из-за больших витражных окон. Планировалось, что подоконники будут огромными для того, чтобы можно было вечером любоваться закатом. Мы на мансардном этаже. Здесь планировалась библиотека, зона отдыха и кладовая. Пойдемте ближе к окну, я покажу вам вид. Прямо напротив дома лиственный лес на 1,5 километра. Идеальная тишина. Окна выполнены из дубовых стеклопакетов. Деревья выросли, создав естественную изгородь, непроницаемую для пытливых взглядов соседнего участка. Вокруг дома, бани и гаража проведена система ливневки, которая уводится по трубам. Вокруг дома сделан дренаж, поэтому это единственный дом в округе, который имеет цокольный этаж. Дом строился для себя. Все сделано очень грамотно. Использовались современные материалы лучших производителей. Фундамент дома – литая плита, литой цоколь на этаж, теплые полы на каждом этаже, окна дуб, кровля – металлочерепица. На территории сделана серьезная дренажная система, ливневая канализация вокруг всех строений. Дом имеет два выхода – центральный и второй выход из дома для бани и хозяйственных работ. Цоколь облицован натуральным камнем. Крыша из натуральной клинкерной черепицы. На доме установлена молниезащита с контуром заземления вокруг дома. Дом очень стабилен. При строительстве установлено несколько торсионных ригелей, которые работают на скручивание. Этажи заливали в монолитный уровень без использования плит перекрытия. Все коммуникации заведены и подключены. Осталось сделать только чистовую отделку дома на свой вкус. Еще одно важное строение на участке – это гараж с квартирой для персонала. Гараж как минимум на 2 автомобиля, а сбоку вход в отдельную квартиру. Квартира общей площадью 40 квадратных метров. Там есть санузел, кухня и спальня.
На участке выполнен ландшафт с цветочными клумбами, высажены молодые садовые и лесные деревья. Рябины, липа, кедр, клен, дуб, сосны, каштан, вяз, декоративные кусты, абрикосовое дерево, яблони, сливы, вишни –